Приехали на фестиваль картошки деревня Ксилофагу. Уже сумерки, вечереет. Покажи, сколько машин. Да, вот такая тут стоянка. Приехали. И там тоже. Ой, мама, ты попала в кадр. Да ничего. Вот такая луна, уже звезды видно. Приехали с мужем, со свекровью, с мамой. Да, машин много. О, тут и качели. Лунопарк. Красивый закат там. Видишь, как красное небо. Надеюсь, будет хорошо видно. Муж говорит, что мама красивая сегодня. Да, невеста. Да. Не, лего я хочу. Ой, ой, когда вас программа, то идет после его. И тогда мы тогда термитис. Чи будем верам высыпаем всех тиганек сана и кен. Да, че не худе, дека худе, лаке, да харистатке. Ой, да, трой, дека худе, лаке, да. Ой, то лам всички, бати спа, всички. Ну, там премнам. Ще хава ген, попчетки сар. Та ще кован дещи, сади ту релаксен ту тринца. Будет приступать на маму, поставлю его туда, вот, и буду в него мячи кидать. Все за те, ще вил пут юзеран, да ще вил сру болсан, интую. Так, там уже видно что-то интересное. Стоят палатки со всякими разностями. Здесь вот такие развлекательные какие-то игрушки для деток, наверное. Це від Санта, його на пару. Вот вай. Такая вот обезьянка с пальмочками. Да у меня вроде бы тоже, если я не ошибаюсь. Как? Ну, наверное, смотри, вход там. Там написано «Добро пожаловать». Там написано «Колосо Рисата». Начало? Ну, как бы «Добро пожаловать». Значит, нужно туда, наверное. Ну, не знаю, обычно они так слева направо идут. Тут же левостороннее все. Ну, не знаю. Видимо, смотри, мы должны идти вот оттуда и потом поворачивать туда. Фестиваль только начался, людей еще мало. Поэтому нам повезло в этом плане. Мы будем первыми. Вкусняшки, да, попробуем первыми. Сейчас узнаем, какая тут система вообще. Нужно платить или что. И лукумады тут, и все тут. Тут, видишь, тоже какая-то картошка, видно, запеченная. Что тут? Это масло какое-то. Кукуруза. Какие-то, да. Ну да, и кукуруза есть. Да. Едят вареную. Разную едят. Но обычно на таких фестивалях, да, чаще она такая, на гриле. Это три вида картошки жареные. Узнаем, какая тут система. Вот такие тут порции интересные. Картошка. Нельзя взять? Окей, give it to your mother. Это не горячая, наверное, да? Держи. А, не горячая. Так, такая вот порция. Но там, мне кажется, что-то мясное, да, вот это? Это что? Не знаю. Или нет? Is it meat? No. А, is it without meat? О, супер. А. Вот они. Не знаю, сейчас посмотрим, куда они пойдут и станем с ними. А, сзади, да? Ну давай пойдем со всеми вместе сзади станем. Такая мне порция досталась прикольная. Сейчас посмотрим, что там. Ой, надо же, даже соль есть. Там, по-моему, есть и горчица, и что? Давай посмотрим все это, что тут. Так, как она открутится. О, ее надо открыть. Она не открыта. А, нет, открыта. Да, мы же первые. Да, так да. Это соль или горчица? Да, это соль. Солонка. Можно посолить чуть-чуть. Вкусно? Угу. Так, мне сказали, что это картошка. А, это, ну, это точнее не мясо, а картошка. Вот это. Это, наверное, чем-то вымоченная картошка. Наверное, сейчас попробуем. А, она в вине. Ну, вкусно. А, ну да, сказала, там еще масло есть. Ну ладно. Калории лишние. Вот это хрена в масле. Ну, да, зачем нам еще масло?
И это запеченная картошечка. Так, это запеченная, это фри, это в вине, вот это я уже ее попробовала. В вине интересно смешивать с другими. А я уже съела. Добавляется. А это, видимо, как, ну не знаю, псидон, наверное, что ли. В духовке запеченная, по-моему, просто. Сейчас попробуем. Ай, да, одной рукой. При мне прям так, кстати. Слушай, а мне вот это запеченное просто обалденное. Да? Да. Наши положили масло себе, а я решила без масла обойтись. И мама тоже без масла. Ну, оно было бы с маслом, конечно, вкусно. Ладно, будем кушать. Приятного нам аппетита. А вот это в фольге выглядит вот так. Ну, вкусная, она или помасленная, не пойму. Она запеченная, да, она, по-моему, чем-то или пропитанная, или помасленная. Ну, тоже вкусная. Так, все изнутри хорошо организовано. Покушали, идем дальше. Μόνο για να σαν μικρήσω, μόνο για να σαν μικρήσω, και θα και σε προσπινώ. Да, да, приспособление для картошки. А, смотри, здесь еще вот. Που τα σπίτια τα δικά σου, που τα σπίτια τα δικά σου, ως τα σπίτια μου εμέ. Ну да, там какие-то. А это не приняли. А тут еще пусто, смотри, никого нет. Ну да, это участники ярмарки. Да. Ну это что-то. Так, агропланты. Да, это тоже, видимо, что-то, что выращивает картошку, так сказать. Не поприезжали. Да. Обманщики. Ну, может быть. Сегодня второй день, они могли уже уехать. Они могли вчера участвовать. Да, сегодня уехали. Не поверю. Покрышки для трактора. Даже экран принесли, прикинь. Даже экран сюда поставили. За какие штучки какие-то. С той стороны снимала их. Наш не надумает выращивать картошку. Но у него и так уже снимают поле на картошку. Снимают, арендуют, я говорю, снимают поле. Арендуют. Как можно снимать поле? Здесь тоже что-то такое. Наверное. Ладно, как колледж. Такие девайсы интересные. Это тоже какой-то вуз. Рекламируют. Страховое агентство. Это, наверное, ее виды какие-то. Да. Интересно, это разные виды или это выращенные на разных удобрениях?
Разные, думаешь, разные сорта? А, вон подписаны. Ну, подписаны, но может быть это на разных удобрениях выращенные. Сафари. Такие названия сафари, как будто, знаешь... Я думаю, это сорта картофеля. Спунта. Маланто, Эльмундо. Видишь, я там не так... Испанские какие-то сорта. Видишь, для наших еще картофеля для разных. Не знаю, у наших одна и та же картошка одинаковая всегда, из года в год. А здесь упаковка. Ой, сколько много. А это для каких-то механизмов. Смотри, какая декорация из картошки прикольная. Давай поближе чуть-чуть ее сниму. Ой, что ж так? Настроила? Да, настроила. А, видишь, тут уже собираются, да? Или раскладываются? А это какие-то холодильники. Для хранения. Для хранения что-то? Ну да, наверное, для хранения что-то. Тут тоже какие-то фотографии от Флорида. Тоже какие-то средства. Все занято, оно же все подписано, а людей нет, именно участников. Не будет, да? Ну вот должно было быть вчера, сегодня, я не знаю, это же там меняли, там перенесли, потом обратно перенесли. Вот тоже. Так, а что же здесь такое? И макароны, там все. Или это все из картошки сделано? Там грейпфруты, что там? Видела книжку, что хотела. Можно будет купить как-нибудь? Да. Здесь тоже упаковка какая-то. А что это такое? Вот это здесь. Вот такие мне дали чипсы. Чипсы. Да, чипсики. Тоненькие. А у него другое? Да, у него другое. Окей. Так, он будет сейчас делать фотку, а я буду снимать. Сейчас, подожди, он хочет что-то сфоткать. А, он хочет снять вот это, как они делают. Сейчас будем пробовать. У нас тут два вида разных чипсов. Эхи, оле майонеза, мама. Сига-сига, эхи майонеза, мэса. Я тоже хоть по одной штучке хочу попробовать. Такие сумочки прикольные. Я бы еще таких чипсиков поела. Еще? Ну, можешь еще взять. Концерт там. Все это на кассе, то я мисс Легона дома? Вечером. Ребята, тут здесь рукоделие местное.
Ой, там тканые коврики. Какой станок классный вообще. А там вот видишь, смотри, тканая такая, ну, как полотенце или что это? Сейчас, вот. Видимо, тоже на этой машине тканная, да? Ну да. На станке на этом. Дорожки. Ну да, такие дорожки или подстилки что-то. Может, пледы. Вот. Да. Люн. Люн или какой-то такой. Да. А, помнишь, мы покупали, у тебя есть, ты вяжешь. А, помнишь? Да, такой же. А, да, точно. Ого, сколько кукурузы. Они наши. Наши там. Питье. Почем питье? Нет, не написано. Ничего не написано. А здесь блины, по идее, должны быть, но что-то нет. Или есть, просто мы не видим. О, салатики. Thank you. Что-то сухарик мне дали, какой-то интересный попробовать. А потом что-то... То по евро 50, то по 50 центов. Ты можешь там попробовать всякие. Ну, там пончики, что такое? Я вот хочу виноград увидеть. По евро, да? Мексиканский хот-дог. Амбургер. Ты поснимала вот эти сладкие? А что это сладкое? Это просто сладкое обычное время, да? Ну, там, наверное, глико какое-то. Ты смотри, чтобы нашу не потерять. Полузели. Да. Прикольно. О, и тут мороженое. А там, мы там вроде были или мы там не были? Не были. Не были? А ну идем. Нет. Давай, обойти надо. Надо. Ну пару, это ж надо, я не знаю, что, купить одну порцию, и тогда ты съешь пару. Ну, я бы не ела их. Тут уже людей много, они уже сидят, кушают, покупают себе то, что продается здесь. Как и в прошлый раз мы были на таком же фестивале, все по билетикам. Покупаешь билетик за определенную сумму и потом выбираешь себе по этому билетику. Вкусняшки. Что-то, вкусняшки какие-то, да. Там что-то накладывают, формируют порции. Там тоже готовят. Это все по билетикам. Билетики потом складывают в баночку. Ну да, я ж поела этот пипит, это нужно купить воды. Она хочет сфотографировать о, сувлаки, шашлыки делают. И там разные салаты, все это, видишь, вот питы надрезают, конвейер целый там потом. Видишь, женщина складывает, заворачивает все это. А, кстати, по порции. Поводу, как говорили, ой, там так грязно. Помнишь, как мы где-то какое-то видео смотрели? Говорил, грязно готовят? Видео смотрели. Очень чисто готовят, смотрите, смотрите, все в перчатках, да. Столы все подвернутые, все, все нормально, прилично. Ничего не грязно. Вон руками даже не берутся, нет. Очень аккуратно, руками в перчатках. В перчатках, абсолютно. И вот такие сувлаки. Так они готовят здесь угли. Но у нас, к сожалению, нет времени оставаться на все. Наша прогулка здесь завершена. Нам сейчас нужно ехать в другую деревню, тоже на фестиваль. Хочется везде успеть. И постараюсь заснять там небольшое коротенькое видео.